Сегодня 22 октября. 22 октября 1885 года Комитет Александровской публичной библиотеки вынес постановление о том, что с декабря месяца необходимо выписывать несколько французских, английских и немецких журналов для детского и юношеского возрастов, предоставив их при этом для чтения на дому, а также открыть в библиотеке особый для них абонемент. 22 октября военного 1941 года состоялась пресс-конференция для эвакуированных в Куйбышев, так тогда называлась Самара, иностранных корреспондентов. В тот день заместитель начальника Совинформбюро Соломон Лазовский заявил: «Сегодня мы возобновляем нашу работу в городе Куйбышеве. Этот переезд ни в какой мере не означает какого бы то ни было ослабления защиты Москвы». Ежегодно 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. В народном календаре сегодня Яков Дровопилец. В эту пору наши предки спешили в лес за дровами, заготавливали их впрок, чтобы на всю зиму хватило. Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», говорили в народе. Крупа в этот день появлялась на столах. Хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или с салом. Этими другими интересными событиями и фактами был примечателен в истории 22 день октября. Замечательного вам настроения и успехов в делах!